Это верный ураган. Ваня, спина твоя. Сейчас не надо ничего, сейчас собак положи, пока потом будешь. Сейчас вся другая. Сейчас ничего не надо делать, только смотреть. Вот непривязанная собака идет, смотри. Рядом. Это же ураган же, да? Это ураган. Наш благовестник. Как понятно? Привязанная. Рядом. Рядом. Лежать. Тот тоже какие-то медали уже заберет. И он, по-моему, гибнет у него, что ли, или ранен. Ходу, плачешь, когда он стреляет у него. Верный! Фу! Верный!
верный, верный, верный. Бас. Браво, молодец. Бежать. Любую трубу, есть что, чтобы она пролезла. Почти самое трудное, это напасть сзади наступающего. Такое расстояние, вот. Такое расстояние лестницы делайте. По одному. Один обойте, один оставьте. Через такое расстояние. Сделай. Через такое расстояние. Сделай быстрее. 3-4 месяца ему было, а он у меня был полукровкой. А для меня он хороший. Его звали легендарный Рекс. В любой комнате там завалены в тряпку. Быстрее, мой сапог, быстрее, ложи ниже. Потом я Тимо отдал на время, не знал, что там он уже вот этого нижнего сюда. Ну и пошел с ним гулять, ушел в лес далеко, взял на кусту, привязал платочек. А уже стемнело, там вернулся домой, рак ищет. А что еще? Где был? Он последует, я послушаю, говорит, что поток по воде идет. Ушел, нету. Он уже потерял его, нет, нет, а он привязал высоко. А он прыгает, а в почве-то мягкое, и он не может это рвать. И наконец-то повалил, видимо, ветку, оторвал платочек и принес. Ну это работа. А боевые какие-то были задержания? А? Задержания? Нет. Там у меня подсаживали в магазин. Я еду в магазин. На работу не пришел. Только закончили. Ищи, ураган. По моей дуре. Ищи. Когда рассказываешь, ищи. Она охраняла. Хорошо. Вещи. Браво, а молодец. Вещи. Я разрешил, но мое было. Она охраняет на расстоянии, допустим, 5 метров. Она же не умеет. А там в это время кто-то стал подходить, она поезд не видит, она будет там подходить, она бросилась прям по поезду. Кормить надо было одному, жена иногда кормит. Но если я лег спать, а жена напротив, вот, ну, ладно, я сказал, охраняй, лежит не подходит. Лапы нам дали закрывать завалы сразу. Я сказал охраняй. Она охраняет меня. Она готова жизнь отдать. И поэтому это болевой прием, он бывает применяет. Это у меня этого не было. Нашел по запаху. Интересно. Что-то не
А там как чем? Воспитывал. А там как воспитывал? Это каждый сам по себе. У меня два раза в день милиция подъезжала. Один раз, видимо, каким-то оборонным кирпичом, там, лыжи, причем проломили окно, жили в магазине. Ну, приступил. А она там подсажена, на другом конце была. Она подвинулась, а там никто не зашел. Слушай, милиция, приехали в защиту. Ну что, машешь? Ну-ка иди сюда. Дети сидят на и рядом машешь. Не подходи, опасный человек. Встань туда. Встань. Каждый раз идет палочка, перед глазами людей начинают махать. Опасная ты. Сколько раз уже наказывают? Мам! Сейчас готов! Верный! Фу! Бас! Бас! Хорошо! Щит! Ко мне! Топор! Ко мне! Фу! Бас! Ну,